И тут Загит вспомнил: ребята, подождите. Когда бежали, прыгали, то ли это бревно в арбе валялось, то ли в куче там строительной. Это нам на счастье. Редкие выстрелы. Ну, тут наши некоторые с автоматов вверх стрелять там и прочее для пристрастки противника. Ну, а мы вверх подниматься. Вот вверх поднялись и, значит, цели своей достигли.